Всем привет! Мы приехали на родину мать на выставку цветов. Певчее поле на выставку цветов. Давайте смотреть на первые цветочки. Вот тут у нас Машенька есть цветочки. Дайденька качает колесо. Что-что? Дяденька качает колесо. У него диск поломанный. Дяденька, я тебе советовал бы починить колесо. Идем дальше. Вот так типа книжечка, смотри. Это книжечка. Подойди с туда. Цветочками. Да. Вон видно. Это книжка, я сразу не поняла. Да? Там, где я рукой провел, то были странички, но они не листаются. Вот мы подходим к основной выставке цветов. Тут есть сиха, обезьянка, вот еще мышки, и там волчата или... Волчата? А, да, смотри. Смотри, есть такая обезьянка, да? Да, а есть из цветов. То горилла. А смотри, вон вдалеке кабанчик. Видишь? Да. Я даже, я подумал, что то бегемот, но то кабанчик. Да, и вон волчата. Это волчата, ну, мне кажется, что то и волчата, ну, мне кажется, что это волчата и лисички. Да, прикольненько. Вот мы купили сладкую вату. С глазками и шишкой. Идем дальше? Да. Видишь, это тоже выставка чего-то, но с другой стороны. Сейчас мы пойдем с лицевой стороны, посмотрим, что. Тут какие-то феи, да? Феи с крылышками, как у бабочки. Да. О, дерево, крюки с дверью. Вот он хочет. Да, видишь, как красиво цветочки высажены тоже. Сколько старания, что на это? Я думаю, можно. Вот мы докушали сладкую вату, и тут мы увидели мультик про Белоснежку и семь гномиков. А ты Белоснежке платье, вот это вот желтое, оно из цветочков. И как, красивенькое платье? Ага. О, а там рыбка Немо. А еще там дальше домик Шрека. И сам Шрек. Идем сейчас к рыбке? Да. Вот рыбка, да? Глазками, с плавниками со всеми. Смотри, плавники такие типа из шифера или с какой-то кровли сделаны. Угу. Солнышко нам светит, немножко мешает. Чуть портит съемку. А сама рыбка сделана тоже из листочков таких, да, из растений разных? Прикольно. Да, и вокруг нее, смотри, как тоже
Типа как водичка стекает, вот или что вот такие водичка, вот. Водичка вот что. А, ну так это вот водичка, а вот это вот все остальное. Знаешь, типа я даже, может быть, знаешь, что это такое? Это типа водичка, а в ней отражается радуга. Поэтому такие разные-разные цвета. О, осьминожек. Да, правильно, осьминожек. Идем на Шрека? Смотри. Ага. Вот Шрек. И хижина Шрека. Шрек у себя в озере купается. Да. Вот такая, смотри, тут даже написано. Шрек. Композиция створена коллективом КП УСН Соломенского района, міста Києва. То есть, видишь, тут получается, наверное, каждая эта экспозиция, она каждый свой район делал. Мы не постели, как... а там что-то и нету табличек. А здесь есть табличка, видишь, что это есть в Украине, не в Украине, в Киеве, разные районы. О, смотри, издалека не было видно, что Шрек купается в этом, в болоте. А тут Шрек в болоте. Я сначала подумала, что... А там Шрек и рыбка. Да, сейчас мы туда подойдем. Так, вот хижина, да, его? Ага. Вот написано, осторожно, орк. Бевер орк. Бивер. Бивер орк. Осторожно, орк. Да. О, там еще глазики. Вот сюда, вот садитесь. Там глазики вон валяются. Давай, быстро. А, да, точно. Я их не заметил. Да, я знаю, вот. Не знаю, как. Это, наверное, будет коктейли пить, да? Угу. Все, сели. Сели. Смотрим сюда на меня. Вот мы уже пришли к следующей. Вот это вот. И это у нас Рапунцель. Вон там табличка есть. Следующему чему? Следующему. Экспозиции к следующей. Да. И тут у нас Рапунцель вот такая вот. Видишь, в башне сидит и коса такая висит. И тоже внизу столько много цветочков. Я помню, цветочков. Там было вот видео, ну, я помню, я смотрел мультик, то, что там ведьма была, и один рыцарь решил спасти вот эту вот Рапунцель. Угу. Рапунцель. Вот сейчас мы смотри. О, Микки Маус. Вон, видишь? Да, смотри, тут даже написано. Рапунцель. О, мостик есть. Мостик? А место речки. А место речки цветочки. Ну, по коридору не идем дальше. Или ты хотел озеро Рапунцель сфоткать? Да? О, Микки Маус. Дисней. Да, мы пришли, да. Вон скамеечка, на ней написано Дисней. Вот этот замок типа диснеевский, да? Угу. И сам самый главный герой Диснея, Микки Маус. А, вот это его лапки, смотри, я думаю, что это такое? Да, а это его лапки так торчат в сторонке. А вот это вот темно-зеленые, это его ручки. Да. Вот белые камушки. Да, видишь, тут они совместили так и цветочки, и листики, да, растения, угу. Разноцветные, и камушки, тут все вместе. То есть там, где мы были, то там в основном были только цветочки или какие-то растения, листочки, да, то тут и камушки, то есть молодцы так сделали. То есть тут все. Вон, смотри, а что там дальше у нас? Миньоны. Да. Пошли к миньонам. Я направо. А смотри, еще тут и бабочки есть. О, тут уже и бабочки. Да. Ну что, к миньонам идем? Да. Вот это тут миньоны, какие они были, какие стали. Вот это вот миньоны, которого косточка, это какие миньоны были. Потом миньон, у которого черно-белое белое тесто, потом они этими стали. А самый современный, вон, большой. Ага. Сюда. Сюда. Ну что, я тебя сфоткаю, наверное, да? Да. Сейчас, вон там, отойди сейчас. Детки сфоткаются, а потом ты пойдешь, хорошо?
идем. Вот мы идем обратно. Но мы увидели тут Angry Birds, свинюшки и птички, которые не умеют летать. Но благодаря с рогатки рогам. Умеют летать, с хорошо. С рогатки, да, без так, рогатки не делают. Так смотри, тут еще же вон и рогатка сразу есть. Смотри, сколько тут птичек, 3, да? Да, а свина, а не, вон 4. 4, да? А вот 3 яйца. Вот эти вот. Да, гнездо и яйца. То есть, я считаю, что 1, 2, 3, 4, 5, свина 5, а птичек 4. Да, тут смотри, а тут уже камушки не беленькие, а камушки зеленые и синие. Зеленые, а вот смотри. Синие. Нет, тут смотри, они просто зеленые, потом вон синие, синие есть, потом синие. Темно-зеленые, да. А потом фиолетовые. Красные или фиолетовые. Бордовые, бордовые. Да. Вот такая тут экспозиция. А вон еще одна свинка, кстати. А, знаешь, свинок 6. А что тут у нас? Тут у нас фильм «Аладдин». Вот тут лампа, там сам Аладдин. Так смотри, лампа, и из нее типа как бы вылазит джин, видишь? Да. Хвостик джина такой. Вот Аладдин и кто еще там? Аладдин, Жасмин. Аладдин, Жасмин и Абу. Да, вон они, сидит, на ковре, они на ковре, на вот этом вот летающем ковре. О, а Джин, что-то, а Джин еще не свободен. Да. О, что-то Джин держит в руке. Правый. 5 копеек. Там еще один дворец. Да, так 4 ж говорю, смотри. Вот это вот второй. Вон третий. Во второй нельзя зайти. А вот в третий типа можно. И в четвертый типа можно. Да. Да. О, смотри, а тут еще какое-то пироженка лежит. Откусанное. Отломанное. Отрезанное. Точно отрезанное? Да. Это такая скамеечка, сделана под пироженку. А вон, смотри, левый берег Киева и мост Патона. Ой, я вижу там пробку, я вижу Днепро, я там все вижу. Ну что, мы все посмотрели? Да! Теперь будем это... выкладывать? Чуть-чуть сделаем и выложим, да? Да. Как мы ходили на выставку? Да. Ну что, идем еще немножко А на батут пойдешь? На какой? Ну, не на батут, на горку ту. Да. Иди туда, сбегуйся. Она сказала, тебе что-то сказать. Вот смотри, детки, там взрослых много поприходило, иди на тот. Мама, я сейчас тут на горке. По-другому? Нет, на горку мама. Залазить нельзя. Только по бесконечным ступенькам. Горка, и там дальше очень вот такой большой полос. Вот тут, если зайти, то тут большой туннель.